Всем привет, с вами как всегда Никита Клим, и сегодня я хотел бы рассказать о настройках камер Panasonic на примере своей основной камеры Panasonic Lumix GH5. Погнали! Вот уже как год я использую эту камеру, и за это время я успел прийти к идеальным настройкам для записи видео. Какие-то из этих настроек пришлось искать на форумах, но большинство из них были проверены временем и множеством экспериментов. Эти настройки подойдут не только для камеры GH5, но и для множества других камер Panasonic, таких как Lumix G7, G80, G90, GH4 и многие другие камеры. Так что давайте разберемся с этими настройками по порядку. Разрешение видео. Начнем, пожалуй, с самого главного. В каком разрешении и битрейте снимать видео? Нам доступно множество параметров для записи. Это 4 страницы в настройках. Мы имеем 3 различных разрешения, а именно Cinema 4K, 4K и 1080p. Для них доступны режимы с разной частотой кадров и битрейтами. Для начала вам нужно определиться с разрешением для записи. Для большинства задач будет хватать разрешения 1080p. Однако, если вы собираетесь делать контент на будущее, то я советую снимать в 4K разрешении. Но не стоит забывать, что для разрешения 4K и выше требуется значительная мощность для монтажа видео. Все свои ролики я снимаю в 4K и считаю это хорошей инвестицией в будущее. Я прекрасно понимаю, что не у многих людей есть 4К мониторы и не все могут посмотреть его в истинном качестве, но загружая ролики в 4К на YouTube, я получаю и лучшее качество Full HD из-за меньшего сжатия самим YouTube. Ну а если же вы хотите извлечь максимум из вашей камеры, то специально для этого имеется режим Cinema 4K. В этом режиме вы получаете максимально возможное разрешение для записи, и именно этот режим предпочтителен для большинства видеостоков. Битрейт видео. Теперь давайте поговорим о битрейте видео. Если говорить совсем вкратце, то чем выше битрейт, тем лучше качество изображения на выходе. При выборе битрейта вы в любом случае упретесь в флеш-карту и ее скорость записи. Я использую карты SanDisk Extreme Pro, и максимальная скорость записи на них составляет 95 Мбит в секунду. Однако по факту они вполне неплохо справляются с записью видео в битрейте 150 Мбит в секунду. И именно в этом битрейте я чаще всего и снимаю, так как это максимально возможный битрейт, который я могу использовать со своими картами памяти. Чтобы снимать видео в 400 Мбит и сжатием All-E, а не Long-Op, как в остальных режимах, вам понадобится или внешний рекордер для подключения к нему SSD накопителя, или же высокоскоростные карты памяти, которые стоят ну очень дорого. Для сравнения, карта памяти с скоростью записи 260 Мбит в секунду на 32 ГБ будет стоить столько же, сколько и карта памяти на 128 ГБ со скоростью записи 95 Мбит в секунду. Именно такие карты я сейчас и использую. Это карты SanDisk Extreme Pro. Одним из минусов камеры Panasonic GH5 является то, что я не могу просто подключить SSD к ней по разъему Type-C и снимать, как это все делают на камерах Blackmagic. В любом случае, вы обязательно должны использовать внешний рекордер или высокоскоростные карты памяти. Частота кадров. Не менее важный параметр – это частота кадров. 50% всего времени я снимаю в 24 кадра в секунду. Почему именно 24 кадра? Ответ прост. Потому что, снимая с частотой кадров 24, мы выставляем выдержку равной 50, так как выдержка должна быть в 2 раза больше частоты кадров, с которой вы снимаете. А это и есть идеальный параметр для кино. Не зря все фильмы снимают в 24 кадра, как новые, так и старые. При этом значении выдержки мы получаем оптимальный параметр по резкости кадра и движущихся объектов в нем. Для примера, это видео снято при выдержке равной 50, а это при выдержке равной 400. Как мы можем заметить, при большей выдержке движения становятся более резкими. Это может быть полезно при съемке высокодинамичных сцен, где нужно показать каждый кадр как можно четче. Если же такой задачи не стоит и вы не планируете замедлять ваше видео, то смело снимаем с частотой 24 кадра в секунду. Если же вы планируете делать замедление или же slow motion, тогда снимаем с частотой 60 кадров в секунду. Для замедления этой частоты достаточно более чем.
Имея проект в 24 кадра, вы можете замедлить видео 60 кадров в секунду более чем в 2 раза. Также большинство современных камер имеют режимы высокоскоростной съемки. В моем случае это запись видео в разрешении 1080p со скоростью до 180 кадров в секунду. Этот режим я использовал буквально несколько раз, где мне нужно было именно показать хороший слоу-мо. Но стоит понимать, что у этих режимов есть и свои ограничения. В моем случае это не рабочий автофокус, запись в 8 бит видео и полное отсутствие аудиодорожки. Также не стоит забывать, что съемка с большой частотой кадров требует и большой выдержки, а соответственно больше света. Поэтому используем этот режим по назначению. Битность видео. Здесь все просто. Чем выше битность, тем больше мы получаем оттенков на каналы цвета. При записи 8 бит видео мы имеем 256 оттенков на каждый из каналов цвета. А при записи 10 бит видео мы получаем уже не 256, а 1024 оттенка цвета на каждый канал. Что значительно больше, чем при 8 бит. Что это нам дает? Мы получаем более плавные переходы между оттенками. И более плавные границы между различными цветами. Но стоит помнить, что 10-битное представление цвета требует значительно больше вычислительных мощностей для его обработки. Так что запасайтесь железяками в любом случае. Профили для съемки видео. Не менее важным параметром для съемки являются профили. И в GR5 имеется много предустановленных профилей. Чаще всего я использую три профиля. Это стандартный профиль, где мы получаем максимально приближенную к реальности картинку. Профиль Sign-like D – это профиль с пониженной контрастностью. Съемки в профиле такого типа требуют цветокоррекции финального видео, так как оно записывается изначально с пониженными значениями контрастности, насыщенности и резкости. Видео, снятое в профиле Sign-like D или же V-Log L, который я еще не разблокировал на своей камере, можно перевести в стандартное цветовое пространство REC 709 с помощью переводных лутов, которые можно легко найти в свободном доступе, и они очень просты в использовании. Но чаще всего я снимаю в кастомном профиле, который по сути ничем не отличается от стандартного профиля, где я вручную понизил значения резкости, контрастности и насыщенности, получив таким образом свой плоский профиль. Также дополнительно контраст можно убрать с помощью кривых Highlight Shadow. У меня стоит кривая с пониженным контрастом. Может возникнуть вопрос, зачем же снимать в плоском профиле? И об этом я уже рассказывал в одном из своих предыдущих роликов. Обязательно посмотрите, если еще не видели. Но если вкратце, при съемке в плоском профиле мы получаем большее значение динамического диапазона и возможность налаживать луты на наше видео, чтобы связать их каким-то общим цветом. Дополнительные настройки. Теперь пройдемся по дополнительным настройкам. Я не буду останавливаться на каждой настройке, потому что большинство из них не особо влияет на качество изображения. В основном они позволяют снимать с большим комфортом. Сейчас я покажу вам все свои настройки. Настройки фото. Здесь все просто. Выставляем максимальное разрешение и максимальное качество. Я всегда снимаю RAW плюс JPEG. JPEG для быстрого просмотра файла, а RAW нужен для его обработки. Экспозиция центровзвешенная. Остальные настройки стоят по умолчанию. Настройки видео. Формат записи. Используйте тот формат, с которым вам будет удобно работать. Обычно это или MOV, или MP4. Вопрос выбора качества изображения и фотостилей мы уже подробно изучили ранее. Дальше автофокус. У меня он фокусируется по полунажатию на затвор и всегда активен во время съемки видео. За это отвечают режимы AFS и Mode 1 соответственно. Дальше все по умолчанию. Теперь перейдем к настройкам стабилизатора. В 100% случаев у меня он включен. Он прекрасно работает с электронными и механическими стабилизаторами, и просто нет необходимости его выключать. Настройки звука. С помощью параметра Mic Level Display мы можем вывести полезную информацию о звуке на наш экран. Параметр Adjustment отвечает за усиление или уменьшение мощности звукового сигнала на выходе. Параметр Limiter отвечает за перегрузку звука. Его я советую оставить включенным, чтобы избежать перегрузок при громких звуках. Значение Wind Noise Canceller устанавливаем в положение стандарт. Это защита при сильном ветре. Теперь перейдем к третьему пункту настроек, а именно пользовательским настройкам. Эти настройки отвечают за ваше взаимодействие с камерой. Быстро пройдемся по ним, и я прокомментирую самые важные. Шаг экспозиции ISO выставляем на минимальное значение.
Так нам будет легче выставить нужное значение ISO. Параметр расширенное ISO добавляет дополнительное значение ISO, равное 100, а также промежуточное значение, если вы сделали предыдущий пункт. Включаем вспомогательную лампу для автофокуса, это поможет фокусировке в темноте. Включаем фокус пикинг для облегчения фокусировки. Добавляем гистограмму и вспомогательные линии для облегчения выставления кадра. Также можно добавить штриховые линии, которые будут показывать границу кадра, если вы захотите обрезать его впоследствии на монтаже, например, до формата 21:9. Для этого значение Video Guideline выставляем на значение 2:39:1. Добавляем центральный маркер для удобства, включаем отображение пересветов и зебру для лучшего контроля световых зон. Я использую зебру со значением 80%. Это значит, что зеброй будут показываться области, яркость которых больше 80%. Обязательно включаем экспонометр. Video Priority Display. Мне очень понравился этот параметр, потому что он выдает больше важной информации о параметрах съемки, что позволяет быстро определить, включен ли у вас нужный режим для съемки. Это все самые главные настройки для камер Panasonic. Если у вас остались какие-либо вопросы, то обязательно пишите их в комментариях, я постараюсь ответить всем. Обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был, как всегда, Никита Клим. Всем спасибо за просмотр и всем пока!